Как поступить на службу в УВД, какую зарплату и соцгарантии получают полицейские и в чем заключается специфика их работы, узнают мирненцы. Консультацию для жителей в Центре занятости населения проведут в преддверии Дня полиции 2 ноября с 10 до 12 часов по адресу Советская, дом 13, строение 1, пройдет профориентационная встреча. На ней ждут не только тех, кто хочет получить работу в органах, но и тех, кто только думает поступить в вузы системы МВД России. Среди основных требований кандидатам – возраст от 18 до 40 лет, годность по состоянию здоровья, отсутствие судимости. Подробности по телефону 328-15.